Впервые в регионе этой осенью запущена совместная двудипломная образовательная программа ВГТУ с Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ. Студенты после сдачи специальных экзаменов получили возможность поступить в Московский университет и по истечению 4 лет получить сразу 2 диплома. ВГКТУ и МИФИ. Совместная образовательная программа была разработана для подготовки кадров в области атомной промышленности Казахстана и, соответственно, направлена на усиление подготовки специальностей по направлению атомной промышленности. Московская сторона уже не раз приезжает в ВГКТУ с целью рассказать об образовательных программах, провести ознакомительную работу с родителями. МИФИ является базовым вузом Росатома, а в Казахстане отраслевым партнером ВГКТУ является Казатомпром. Взаимодействие всех сторон, принимающих участие в этом проекте, важно для обоих вузов одинаково. Программа двойных дипломов дает возможность ребятам, с одной стороны, не отрываться от реальных будущего места работы, потому что они остаются студентами Казахстана, да, и они могут проходить практику на предприятиях Казахатомпрома. А с другой стороны, они могут учиться в МИФИ, да, и получать действительно очень высокие знания, которые дают им возможность обучения на совместной программе. Приехал я из Казахстана, из города Усть-Каменогорск. Обучаюсь там на 2-м курсе в университете имени Дурета Серикбаева БКГТУ. Программа называется вообще 2 диплома. То есть за это время можете получить и у себя на родине диплом, и здесь. А в Казахстане, именно в нашем университете, это первый год, когда есть такая возможность получить сразу 2 диплома. И нам удалось получить этот шанс и попасть в этот университет МИФИ. Сразу 2 диплома, и это можно сразу получить 2 разные профессии. Если здесь я обучаюсь на материаловедении, а в Казахстане я обучаюсь на металлургию. То есть там у меня идет профильная химия, а здесь у меня идут другие профильные предметы: физика, химия, математика. Мы сейчас обучаемся и в МИФИ, и у себя. У себя наши дисциплины идут дистанционно с помощью интернета. Мы и там, получается, все сдаем, и здесь. И я уже познакомился со многими людьми с разных стран. Мне нравится, что больше внимания обращается к лабораторным работам. Студенческая жизнь очень интересная. Получается, у нас уже была одна программа. Для нас устроили квест в общежитии. Это было прям очень интересно. Отучившись первый курс в Казахстане, я ездил на практику в МИФИ летом 2018 года. Здесь нас обучали радиоактивным веществам, радиоактивной защиты. Сказать, это дает большое преимущество в том, что мы обучаемся там только на металлурга по атомной промышленности специалистам, а здесь мы еще получаем дополнительные знания по ядерной физике. Данная программа готовит по уровню бакалавриата выпускников с дальнейшей возможностью подготовки уже на уровне магистратуры. Для ВКГТУ это готовые сильные кадры, а для МИФИ это взаимодействие с партнерами из стран СНГ. 2 вуза взаимодействуют, начиная от уровня подготовки учебного плана, завершая проведением занятий. Очень много предложений о дальнейших каких-то шагах, да, это и не только направление, которое связано с ядерной физикой и технологией. Сейчас мы думаем о совместных программах в области IT. Кроме того, есть планы по подготовке совместно команд к соревнованиям WorldSkills, потому что у них очень хорошая есть тоже база, и которая была бы полезна нашим ребятам, да, при подготовке как раз по некоторым компетенциям WorldSkills. Мы желаем, чтобы все больше студентов присоединились в ряды двух дипломников. Добро пожаловать в ВГТУ и МИФИ.